Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего YouTube-канала. С вами Артём, и мы продолжаем играть в My Time и Porsche. И мне тут... Я вышел, и меня сразу встретил Ремингтон. Доброе утро, я сейчас просто патрулирую город, но хотел бы тебе сказать, что сегодня мэрия разместит поручение на создание безвинтового корабля. Ого, безвинтовый корабль? Да, это... чтобы перевозить людей на остров Звездного Света и обратно. Мы... Не хотим никоим образом тревожить рыбу в заповеднике. Ага, поэтому нам нужен корабль без каких-либо лопастей и винтов. Может на парусах или веслах. В любом случае, я просто хотел сообщить. Пока. Спасибо, Ремингтон, за сообщение от гражданского корпуса. О, 50 синей ткани. Да, мы же там заказывали, и там через 8 дней что-то придет. Так, ну что ж. Ой-ой-ой-ой-ой. Какая хрень-то, а? Так, стекло. Ладно, у нас 36 есть, я думаю, хватит. Продолжим создавать всякое. Пока у нас тут создается всякое. Вот, потому что нам всякое нужно. И я также подумал, что будет, если мы захерачим все наше оборудование под вот, такие вот деревянные коврики или не деревянные. Неважно. В общем, поставим ее так, чтобы она у нас работала от какой-то конкретной энергии. То есть не заправлять каждый, а чтобы все было разом уже заправлено. Вот, я думал об этом и понял, что надо попробовать. Прикольная ведь идея. Потому что, скорее всего, мы будем их усиленными этими заправлять. Блять, что за мать твою? Зачем ты стекло поставил? Какое стекло? Давай вот это. Блин, я ж напугался. Какого хрена он творит? Так, ну здесь 5 дней и здесь 28. А что с медью? Подожди, медь должна поступать. Мы же... А, мы медь добывали, у нас она, поход, закончилась. Так, вот здесь все заканчивается потихонечку. Ну, как заканчивается? Ну, это мы, конечно, будем переплавлять, почему бы и нет. Так, здесь распил досок. Да, создадим еще себе. А вот здесь можно сразу перейти на... Хрен мне что-то делать. Ну, вот это. Так, здесь еще две шкуры. 50 синей ткани. А, нам надо ковер сделать срочно. Нам срочно надо сделать ковер до 8 часов. Купить в магазине и создать себе ковер. Так, ну, яблоки я пока собирать не буду. Пока мы собираем говно. Да, не то, чтобы я хотел собирать. И да, я понял, что толку нету, чем их кормить. Ну, живку, потому что реально нет толку, чем кормить всех этих животных. Потому что от этого я, ну, ничего такого сильного не получу. Они по факту просто будут расти быстрее. Но когда они вырастут до предела, то все. Толку от того, что я их кормлю, вообще не будет. Так, погнали, значит, сразу за двумя вещами. Оу, забыл. Забыл. Да, кстати, вот это. Надо еще дисков сейчас взять. Диски мы потратим в музее. Ой-ой-ой, в музее, скажешь, в исследовательском центре. Там надо. И плюс еще ящик освободим, а то мы там уже фул. Почти, ну, почти. Да, два ковра. Так, нам надо... Где вы, мои диски? Диски. А, вот они. Стоп, чит у меня еще. А, два ковра, да, все правильно. Так, сегодня пятница, значит, последний день, потом два дня будем страдать фигней в виде этих. Ну, проверять там на качество. Инспекция будет у нас. Поэтому давайте сразу же. Так. Штаны какие-то. Короче, это мы берем. Так, улучшенный кожаный станок. В смысле? Нихера себе задание. О, он говно взял какое-то. А мы взяли спросить Петру. Петру? А, мы на корабль взяли заданьку. Хм. Я просто рассчитывал, что... Ну, Петру мы потом спросим. Нам еще надо... А, у нас льняной ковер. Черт, мы еще льняной ковер не сделали. Так, давайте вот сюда. Сразу. Там штаны какие-то топовые дадут. Сейчас мы ковер один забацаем, потом быстренько... А, движок еще надо взять. Так, я вижу, куда ты бежишь.
Льняной ковер, пожалуйста. Сколько ты будешь клепаться один? 2 часа 30 минут, ладно. Создай мне пока 8 тканей, я тебя тоже еще заправлю. Так, и мне, блин, диски я не потратил. И надо спросить Петру. Кстати, задание не появилось случаем на карте новых? А, спросить Петру и... да вроде нет. Бесшумный корабль, я не знаю, что это. Ну, точнее, я знаю, что это. Я просто не знаю, куда это нам закинут. А, блин. Черт, забываю все время. Про маленького робота. Все время забываю про маленького робота. Так. Мы же там хотим с ним отношения поднять, поэтому это нам надо. Так, он тусуется либо здесь. Open. Что? А что ты открыл? Добро пожаловать в ресторан «Круглый стол». Выбор шеф-повара. Ага, ясно. Прикольно, но робот... ну... о, иди сюда, кусок металла. Давай, о, плюс 2. Держи. Да, мы с тобой уже отношения неплохо так подняли. Кстати, насколько мы с ним отношения уже подняли с роботом? Так, задание. Робот. О. Друг, приятельница. Просто. А подождите, он нас обходит? Альберт обходит Эмили? У него 3 сердца, у этого 4, еще половинка уже. Арла потом идет. Мы даже... Гейл даже сливается. Так, ладно. А, кстати, товарищ. Хм. А больше 2 звезд это кто? Приятель, ясно. А, так, что нам надо? У нас там пока производится Петра. Да, кстати, она в исследовательском сейчас. Просто она обычно у нас в музей залипает. А сейчас в исследовательском центре. Так, обязательно пообщаемся, но сначала с ТП. А, так, да. Да, и это мы не покупаем. Петра, привет. А, так, безвинтовой корабль. Ремингтон думал, что это будет парусный. Если это все, что тебе нужно, то, наверное, моя помощь не пригодится. Давай, дай подумать, где-то я видел информацию о колесных паромах, чтобы тебе не пришлось несколько дисков данных. Ага, короче, диски данные ей принести. 5? О колесных паромах 5 данных? Дисков? What the fuck? Что за дичь? Слишком все легко, мне кажется, просто. Так, также мне надо сгонять в церковь, потратить 50 дисков на покупку 50 плит, которые будут проводить у нас удобрения. И посмотреть, что за задание я получу, возьму, как только продам, ну, сдам вот это. С коврами. Так, что ты мне пишешь? Нет, может быть, ну, скорее всего, тебя и возьмем. Водяное колесо. Принять. А, ну ладно. Я его создам на всякий. Если что, продам. Никогда не парился по этому поводу. Да, если что, то можно взять и продать. Так, значит, водяное колесо. Ну, давайте сразу тогда пойдем наверх. Барыжить. С церковью. А потом уже водяное колесо. 5000, в принципе, не фиговенькие деньги. Я уже жду, когда мне бур дадут. Просто мне написал в комментариях кто-то, что типа ты не парься, там бур тратит хреновую тучу энергии. А рыночная цена, большая катка. Да без проблем, давайте купим. Как-никак, почему бы нет. Трава, кстати. Полностью установлена, за 10 дней можно собрать сисаль. Сисаль? А, он продается за микросхемы. У меня нет микросхем с собой. За 33 тысячи можем костюмчик одеть, плюс 3 очка действия, которые нам даст в итоге. А, так, ладно, большие катки мы взяли, не зря. А, 17-летого дерева нет. Давайте, с яблоков у нас, в принципе, много, а вот персика я, наверное, 2 возьму. Посадим, у нас место есть, в принципе, территорию мы все равно расширим. Так что места будет вообще огромное количество. Так, конь мы верный, погнали. Да ё-моё. Да, кстати, мы же теперь на другую территорию можем гонять. Ой-ой-ой-ой, как быстро энергия кончилась. Как быстро кончилась энергия. Так, ладно, давайте тогда вот эту хрень всю соберем.
А чё бы нет? Да, поставил их еще одну, теперь у меня их 9. Решил все яблочки быстро перевести, но они ни хрена не переводятся быстро. Поэтому как-то так. Так, ладно, это я сейчас перезапущу, потому что тут они, он 4 штуки 2 часа делал, всего 12 часов. Это надо, ну, считай, 2 раза в день подбегать. Как минимум, чтобы все у нас идеально работало. Да и пшеница у нас, кстати, валом. Так, все, диски данных можно скинуть. А, они не скинулись. Понятно, что ни хрена не понятно. Так, ладно, мы сейчас все равно ищем... Ага, семена, вот, залитовые деревья, забираем. Непонятное, забираем. Как раз, кстати, на 8 кадок сортируем. Так, это не сюда, это не сюда. Это не сюда. Ага. Так, а сюда все равно скидывать нечего. Я люблю, когда у меня порядок. Так, ладно, тогда вот это мы пока вот сюда скинем. Но я сейчас не буду этим всем заниматься. Я сейчас просто 8 кадок размещу быстренько и посажу в них все вот эти странные семена. Не знаю, что это вырастет из них. И поместится ли у меня 8 кадок здесь. Одна точно, да. Ага, все. А вот и предел. Вторая. А, нет, тут еще есть места. Третья. Кстати, там что-нибудь выросло, может? Четвертая. Да. Я, конечно, не рассчитывал на такое. Ну ладно, рассчитывал. Так. А, мы сейчас утилизатор передвинем. Давайте вот сюда его пока поставим. Потому что я не хочу там потом еще катки размещать по-другому. Так. Два персиковых дерева посадим. Пусть приносит мне персики. Потом непонятную хрень. Картофельный фрукт? Вот? Что? Какой еще картофельный фрукт? Что это за бред вообще собачий? Так, и в чем я накосячил? А, не, ни в чем, все идеально. Все идеально. Блин, не могу привыкнуть. Все время на таб пытаюсь нажать. Так, что там с ковром? 18 минут? Превосходно. Так, давайте тогда... В смысле один остался? Нифига себе. Ой, я сейчас бы пропустил момент. Да, ну зато сейчас немножечко руды потратим. Так, давай, давай, 9 минут осталось. Слушайте, вот эта хрень вулканическая начала резко, жестко делаться, прям очень быстро. Ну, до этого она так сильно, с такой скоростью не фигарилась. Так, что там по растениям? Нет? О, светится что-то. Зоолит, наверное. А, нет, это селитра. Ну, ладно. Ладно, 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 ладно. Так, все равно ждем теперь чертежа. В любом случае, чертеж ждать. Других вариантов-то у меня все равно пока нету. И тогда мы... А, водяное колесо. Точно. Водяное колесо. Вот почему навигационный огонь у меня... Я потому что я его собрал не на этом, не там, где надо. А где водяное колесо? Оно здесь, что ли, у меня? Так, водяное колесо. Не понял? Подождите, это же здоровая херня. Или мы ее здесь делать не можем? Что-то я прикола не понял. Водяной бак. А, вон оно, первое стоит, ё-моё. Построить водяное колесо, да. Но все равно нам оно пригодится, а... Толку нам потом его, ну, заново его крафтить, ждать час, если мы сейчас его скрафтим, и все. Да, я помню, что водяное колесо нужно было, потому что... Чего ты сделал? Подожди, почему у меня два ковра все еще? А, понятно, я тупо его не забрал. Так, сдаем три ковра, берем на водяное колесо задание. Сдаем водяное колесо через час. Ну, как раз час мы, наверное, и потратим на то, чтобы наверх добежать, да?
Да, конь у нас, конечно, жесткий. Конь у нас жесткий, прям бегает он рьяно, быстро. Так, держи, давай поговорим с тобой, это что такое? Акупунктура. А, нет, все, я сломался. Я такое не ляпну. Акупунктура. Во, все. Кстати, почему у меня такой же конь, как у этого? Вообще прям один в один. Так нечестно. Мне радует, что я здесь неубиваемый. Ну, то есть нет такой высоты, с которой я сигану и сдохну. Даже падая в речку. Да, я не умираю. О. Так, сколько времени осталось? О, 8 минуточек. Давайте-ка. Четыре минуточки, три минуточки, две минуточки, одна минуточка. Все. Да, 250 опыта, это, конечно, капля в море. Маленькая капля в огромном-огромном море. Но задание дополнительное взять все же нужно. На водяное колесо. Тем более, завтра два дня заданий не будет. Кому его сдать? Или это прям кому-то нужно было? Или он в церкви сидит? Ну, он не в церкви. Он на причале. И это не Альберт. А кому ж тогда сдать надо задание? Я не вижу, куда я бегу. Скачу на коне, точнее. Кому мы сейчас задание задаем? Стоп, ты где вообще? Сейчас бы он не туда поехал. Пришлось бы потом объезжать. Я жду вообще, когда мы корабль какой-нибудь сделаем, на котором мы сможем плавать. Потому что вообще обидно все. Ну, в плане всего. Несколько островов есть, до которых я бы доплыть хотел. И облутать. Ты здесь? В мотеле? Серьезно? А кому ж тогда задание-то? О, привет. О, Эмили. А я с тобой могу погулять тебя позвать? КНБ, групповой снимок. Нет, не могу. Ну ладно, привет. Так, стоп. Поговорим сначала, а теперь давай вот это. Ага. 6000 репутации гильдии. Ага, заказы выполнены. Так, ну продать, естественно, я тебе ничего такого не могу. Да и покупать у тебя за 3 двигана. Военный двигатель? Неплохо. Ну, в плане того, что он стоит копейки. Так, в общем, как я и хотел, я сейчас немножечко пофармлю железную древесинку. То бишь, покромсаю в огромном количестве кактусы. Так, все, я подфармил себе чуть-чуть. Всего. Всего, прям вот конкретно всего. Я тут вон нафармил себе, аж даже очки с кого-то выбил. Но это еще и мне на той стороне вроде. А, не на той, нет. Там пусто, к счастью. Да, ну вот, 10 к защите. Потом, кстати, вот это надо открыть. О, диск дали. Неплохо. Так, это 10 к защите, это 10 к защите. Ну, такое себе. 184 бревна железных, естественно, нафармил. Я же за ними ехал. Просто, оказывается, топазы и камни всякие выпадают именно из, ну, в пустыне из камней. И поэтому я подумал, а чё бы не подфармить. И подфармил. Да, вот такая вот фигня. Так, о, блин, опять меня выкинул не туда. Так, ты. Ты. Тренируйся, мы тебя сейчас продавать будем скоро. Чуть-чуть осталось. 2-3 тренировки, наверное, и все. И сбагрим эту живку отсюда нафиг. Потому что он мне, в принципе, не нужен. А я его держу чисто ради того, чтобы потом в будущем продать. Так, ну вот, по древесине теперь у нас другое дело. Но я думаю, что нам железные листы нужны активно. Да, вот у нас их осталось. Ладно, пусть, короче, он доделывает тогда... Оу! Титановая руда? Вот! Что? Сапфиры нужны? Что я пропустил? Когда это мне понадобилось? Титановая руда? Я ни разу не находил титановой руды. Вот это поворот, а!
Не, реально, вот это поворот, титановая руда. Ну, я надеюсь, что бурта будет из нее клепаться. Давайте еще подшипничков закажем. О, свинцовая руда закончилась. Ну и фиг с ним. Но титановая руда, это чего-то достоит. Еще сапфир нужен, чтобы... О, сапфир, это будет тяжко. Я вроде не помню, но покупать их где-то вроде как можно было, что ли. Или нет. Надо будет посмотреть. Не, вроде нет. Сапфир мы только находим в этих... А в рудах во всяких. Вот это обломчик, а? Прикольный обломчик. Мне неплохо так обломали, если честно. С сапфировой рудой. Так, давайте скинем, посмотрим, что останется. Ну, естественно, очечки остались. Потом продадим. Ну что, в принципе, все мы поставили, все мы сделали. Нас завтра дождаться чертежа надо. Да, заберем всю рыбу, нафиг нам. Ну, толку от того, что мы ее кормим, вообще никакого нету. Это просто рыбка. Да. Ладно, на этом мы будем заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока.